Следующий вопрос. Бабиту ма яджузу иджаратуху. Как узнать, что можно сдавать в аренду, а что нельзя? Говорит яджузу иджара кулли айн юмкин ан янтафиа биха ман фа мубаха. Ма бакаиха би хукми аль-асль. Это приходит где? В Мугни. Говорит, разрешено сдавать в аренду, или наоборот, брать в аренду любой предмет, от которого можно получить пользу, если эта польза является разрешенной в шариате, и если при получении пользы от этого предмета сам предмет остается в целостности, в сохранности. Это бабит. То есть ограничительная, разграничительная черта. Далее.